Qutluyuz başçanızı yamayıl bəyəni bilən, başa alıb yamayılını dəhir çatıblar bilən, yama bəhid yamaşatlı alıb gitsin yamayıl, yamaş yüllərin bilən, qutlu qutlu yamayıl. Bugün bizim dərskə bir hürmətli qonaq gildi, Sinəhmət Mitxadriç, o Ruslıq organizasiyanın vice-prezidenti Hayır Anar'a Hürmetli konuğumuzla söz veririz. Hürmetli milletvekilleri, kadirli bağlarımız, kadirli okutucular, büyük zor selamlar hatırga kileyim sizge, hatilerinizge, ilerinizge, dilerinizge, bağlarınızge. Biz bugün cengildik indi yanlı yılına karşı alırgı 2021 yılına. Siz bana cengildiniz şu yol tüge Her yılına biz şu şatlıklı dərəmini kitabımız birgə cəyilmişik. Min bir zor rəhmətlər ətirgə kirim sizin ətilərinizə, nilərinizə, dilərinizə, babalarınızı, özünüzə, bizim dinimizin, tərbiyəsini, qərəb qədətlərimizini saxlaqan üçün. Bu bizim ortaq iş, şulay birgə cəyilmişik, şəndə dərəmlərini maturqla birgə ütkərgə alata gələsin. Я от души поздравляю вас, ваших родителей с этим замечательным наступающим Новым годом. Татарский язык – это вторая титульная нация, и поэтому изучение этого языка – большое дело. Хотелось бы сказать, что еще и президент объявил нас следующий год годом, знаете каким? Да. Науки и техники. Поэтому вам надо развиваться, изучать родной язык, и если вы будете стремиться новым познанием, если вы будете заниматься спортом, общественной работой, у вас все будет получаться в этой жизни. Поэтому я с огромным удовольствием поздравляю вас с наступающим Новым годом. Хочу, чтобы вы с высоко поднятой гордой головой шагали по жизни, чтобы у вас в этой жизни все получалось, чтобы вы учились только на хорошо и отлично, чтобы вы занимались общественной работой, спортом, любили своих родителей, учителей, были послушными и в будущем стали хорошими, настоящими, достойными людьми нашей необъятной Родины. Здоровья вам и вашим родителям, бабушкам, дедушкам. С Новым годом, всего вам доброго. Ну и, конечно же, какой же Новый год без подарков? Я, конечно, не Дед Мороз, но тем не менее, и ваш учитель не Снегурочка, но давайте, тем не менее, Кызлар, давайте к национальному костюму подходите сюда. Сразу подходите, говорите, Исимегезне, Тана Шабас, Исианисес, Ичики Исимегез, Арбина. Меня в этом языке. Вот вас с Новым годом, с наступающим. Давай из лапки или ставим. Подходите, садитесь, давайте, подходите. Как вас зовут? О, молодцы. Ивана. Арина. Арина. Ох, не матурин всегда, козларно. Выглядите в подарки. Так, идемте, девочки. Вот, парни, какие у нас джентльмены, да? Девочек вперед пропустили. Как и Селегрис? Камила. И Селегрис знает Эгрис? Как? Эмилия. А, молодец, молодец. Молодцы, не торгайся. Егитляр, давайте по очереди. Кто самый смелый? И Сергей Сичек. А? Речка Сергей. И Сергей, как зовут? Да, тоже Сичек. Полиглот. Сядет, молодцы, молодцы. Каким спортом занимаетесь? Как ты когда-то? Ты еще такой большой уже, что когда-то ты говоришь? Да. Проседает,
Мишки Сергеевич. Семенович, как зовут? Забыл? Так, все? А, девушка еще одна. Там же. А вот девушка. Как тебя зовут? Привет. Так, ну ладно, балалар. Молодцы, что занимаетесь изучением родного языка, сохраняете наши традиции, культуру. Рахмат Сергеевна Дакельянчин. Исянник Саулы, Карпахет Лев. До новых встреч! Попросите маму, папу, старшего брата, сестру аккуратненько открыть диплом. И там есть фотография вот этого замечательного поэта и человека. Хочется вручить диплом, минуточку. Афанасьев Максим, он участвовал у нас в этом конкурсе, читал стихотворение, дипломант третьей степени. Максим, это ты? Да. Давай посмотрим мужественную руку. Молодец. Замечательно. Стихотворение, держи тебе пакет. Пакет, правда, с другого конкурса, но будем ждать тебя для участия и в другом конкурсе, хорошо? Так, теперь у нас Хасаншина Регина. Во, какая большая у нас Регина, держи. Так, теперь Хасаншина София, это символ Ахмеда, да? Держи, поздравляю, давай еще поздравим. Вот у нас замечательный
такой участник, Байбиков Ильдар, держи. У него очень активные родители. Я хочу, чтобы у вас дети были тоже такие активные родители. За него голосовала вся Самарская область, город Пугачев, Ленинград. И он у нас занял вот такой приз. Я так понимаю, это твое было. Держи. Вот такой замечательный приз за то, что за него активно проголосовали родственники, друзья, родители. Аделина, идем сюда. Давай мы тебе тоже вручим вот так. А можно вы чуть-чуть туда подвинетесь, а то у нас оказывается так много, мы не вмещаемся. Аделина, это тебе. Вот такой замечательный диплом. И в этот раз в голосовании фестиваля «Мирас», который у нас тоже был, участвовали тоже группа поддержки у Аделины, и они тоже получают вот такой вот приз за активность, за то, что приз зрительских симпатий. У нас проходил замечательный конкурс, который называется «Мирас». «Мирас» переводится с татарского на русский как «наследие». То есть мы наследуем то, что нам оставили наши бабушки, дедушки. Привет. Вот этот замечательный дядя, которого фотографии я вам показывал. И дети участвовали в этом конкурсе. Вот у нас еще и София участвовала и в этом конкурсе тоже. Держи тебе еще вот такой диплом. А вы, дети, не забываем хлопать. А Аиша Задулоева есть такая тут? Нет? Нет. Ну, тогда вот у нее будет вот такой диплом. Посмотрите. Кто ее знает, передадите. Но я думаю, что по телевизору родители увидят и придут сюда за дипломом. Хочу поздравить вас еще раз с наступающим Новым годом, пожелать вам успехов, здоровья, чтобы вы искатали всю горку, которая есть у вас здесь в крутых ключах, катались на своих тюбингах, на ледянках и замечательно провели новогодние зимние каникулы. А с Нового года, с новыми силами, с новым задором, приступили к занятиям и, как можно чаще и больше, посещали вот этот класс и занятия нашего родного татарского языка.